Новый год – это единственный праздник в году, окутанный атмосферой сказочности и таинственности. Такое ощущение создается во многом благодаря доброй традиции взаимного обмена подарками. Так что же хотят ульяновцы на Новый год, мы узнаем сегодня. Велосипед ребенку. Это самый главный подарок. Самый главный подарок и для меня, и для ребенка. Кошелек, в котором не кончаются деньги никогда. Какой подарок? $1 миллион, да? Какой? $1 миллион. На что бы потратили? На ремонт. Квартиру дома? Ну, квартиры. Понятно. На покупку лучше новой. Квартира. На покупку новой квартиры. Ну или новой, да. Да, наверное, чтобы нормально все было в семьях. Работа была. И зарабатывать можно было в нашем городе. Тогда все нормально будет. Хорошее настроение. Вот. Мир во всем мире. Вот. И чтобы наши семьи оставались, ну, в единении, скажем так. У меня такое глобальное. Лично я хочу, чтобы мои родные и близкие были живы и здоровы. Это самое главное. Хотелось бы прибавления зарплаты. Хорошо, и все. Спасибо. Я жду Хилсы. Это что такое? Это такие кроссовки на колесике. Ага. Ты что ждешь? Я примерно тоже такие хочу. Они очень классные, прикольные. А ты что ждешь? Я хочу подвесное кресло в дом. Это что такое, объясни? Это вот кресло такое, и там внутри подушка, и в него можно садиться, оно подвешивается под потолок. Да я не мечтал особо. Просто без разницы. На Новый год пенсия будет до 1 января. Вот отрадно. Здоровье. Понятно. Спасибо. То же самое. Хотелось бы, чтобы жена сказала, что она беременна. Что самое главное в жизни? Что? Мне кажется, для всех здоровье. Хорошо. Чтобы все были здоровы. Самое главное, близкие и все. Ой, чтобы здоровье у всех было. У нас, у детей, у внуков, у всех, чтобы все было хорошо. Мне вот больше подарка не нужно, лучше было. Здоровье больше ничего мне не нужно, дедушка. Хорошо. А ты какой подарок хотел бы на Новый год получить? От Дедушки Мороза. Гироскутер. Какой бы вы подарок хотели получить от Деда Мороза на Новый год? Конфеты. We want to meet Владимир Путин. Yeah. А, то есть вы хотели бы встретиться с Владимиром Путиным, правильно? Да, да. Ну, надеюсь, что ваше желание осуществится. А вы откуда приехали учиться к нам? Where are you from? I'm from India.